У меня, короче, брат купил игру этот Дарксбург, уже с друзьями наиграл на 5 возвышений, так что надо его догнать, а то как лох, короче, на первом сижу. Я думаю, мы как думаешь, вдвоем в закрытую будем или с рандомчиками? Я думаю, что вдвоем прям легко должно быть, потому что, ну, типа, на скиллухе. Давай лучше закрытую, я не знаю, с рандомчиками как-то, ну такое. Я еще, не, ну я играл с рандомами, типа, одну локу прошел, и нормально вроде было, но, да, не покооперироваться, еще вчетвером мобы прям очень жирные. Мне кажется, в этой игре настоящий хардкор, на самом деле, 4 игрока просто. Я думаю, вначале можно вдвоем побегать, потом кого-нибудь взять, может даже из чата кто захочет поиграть, потому что, ну, типа, вчетвером там прям реально хардкорненько становится. Вчера заглядывал, с работы отпустили из-за температуры. Думал, все, хана корона, а не просто на работу кто-то сильный ОРВИ принес. Все на работе прихватили. Ну ты смотри. ОРВИ похож на корону, все еще может развиться в теории. Ну, надеюсь, конечно, нет. Ну что, я в бургере, нет. Я, правда, не знаю, как тут цепляться. Сейчас разберемся, создаю игру, восхождение 1, а только по приглашению создать. Создаю. Привет, Ресим. Доброе утречко. Так, Steam, не лагай, пожалуйста. Так, как пригласить-то? Сейчас я сам... А, вон, нашел кнопку пригласить. Давай, давай. А, готово. Так, ты говоришь, за половешку играешь, да? Я пока... Я пока потестил монашку, варга и этого доктора, и мне понравились пока что только монашка и доктор. Теперь можно и этот рогалик потрогать. Можно. Тогда я буду заваривать. Только прошел BPM на Одри с хардом. О, поздравляю, Синградс. Давай, я тогда, ты будешь танчить, а я у нас буду дамажить. Нормас? Нормас. Замечательное утро субботы. Доброе, Дитрих. На выходном на всякий случай подлечиваю, чтобы, не дай боже. Да, обязательно, там иммунитет повышай, там витаминки кушай и все такое. Не болей, капиндос. А, Сатановым. Доброе утречко. Доброе. Привет и всем. У нас сегодня прям очень ранний стримчик. Help will come tomorrow, клон. Причем здесь вообще help will come tomorrow. Так, сейчас я сетевую хотя бы осмотрю. Короче, они такие. Ну, варк мне лично не очень понравился. Кьюшка еще норм. Ешка забавная. Ты, короче, ее зажимаешь, тебя бьют. У тебя накапливается там, видимо, какой-то заряд или что-то такое. Забавно, я не слышу твоих ударов. И после чего ты типа волну такую красную упускаешь. А еще у него щит Зевса. Да, да, это он. Так, сейчас, минутку. У меня в игре надо быстренько управление поменять. Я на кнопку мыши боковую говорю, а она что-то, короче, отменяет действие или что-то типа того. Да я сам, я вообще на ПКМ поставил Discord. Нормально, ты так. Потому что так, неудобно немного. Средняя кнопка мыши F1. Сбросить привязку, открыть панель информации, Alt. Отправиться к указанной точке. Блин, здесь вроде нет этого действия. Ты, кстати, через клавиатуру или через мышку играешь? Мышку, а там можно на клаву, да, переставиться? О, да, там можно сделать, чтобы ходить на клаву было. Интересненько. Ну ладно, я пока так поиграю, а потом еще подумаю, мне что-то лениво думать. Ну что, погнали? Так нравится, что всегда зомби на входе стоят. Интересно. Кстати, у меня взят... Я, короче, сундуки вижу на карте, так что... О, это круто. Да. А что у нас за усложнение-то? Я что-то как даже не посмотрел. Здоровье выживших медленно убывает, если они долго не бьют врагов. Класс. Не, ну здесь тяжело долго не бить врагов, в принципе. Mm-hmm.
Музяк, музяк пошла. У меня еще, короче, белое здоровье дополнительное на убийствах слабеньких мобов. Тоже неплохо. Узнаем. Значительно усиливает защиту всех выживших в радиусе. Если хочешь, я могу тебе ее, наверное, отдать. А я не могу скинуть. Мне кажется, тебе знамя, наверное, лучше подойдет, как милишнику. Так, сундук еще снизу был. Что-то какой-то он слабоватый. Да, я тоже на нем играл, он вообще говно какое-то. Я думаю, если первую книгу, короче, выбьем, надо тебе... надо тебе скорость передвижения хотя бы вкачать. Это милишник без скорости вообще прям не очень. Куррен Старк, привет. Тоже купил ее, прикольная. Да, она забавненькая. Тут гироскоп времени можно забрать. Я наверное, о, себе... Это топчик. Я себе возьму, а ты бери тогда знамя. Если конец... Может, кстати, не стоит. Хотя, ладно, беги сюда, давай. Вот там вот снизу по причалу. Да-да. О, точно, метки же есть, я забыл. А, что-то больно. Да, неприятный дебаф, очень неприятный. Мне кажется, нам лучше здесь особо далеко долго не лутаться. Надерись с ними, чтобы хп не терять. Блин, хорошо, что у меня вот это вот белое здоровье есть. Это, короче, по-моему, первый айтем, зубик. А, или... Не, второй айтем в прокачке. Ты когда убиваешь обычных мелких мобов, фармишь белую полоску. Так что у меня здоровье особо не теряется. У меня еще белая полоска, короче, с вот этих вот фиолетовых лужиц тоже фармится, так что вообще норм. В общем, будем все хилки тебе оставлять. Судя по всему, да. Привет, хакер. В этой игре есть финал или она такая же бесконечная, как Хейдес? Ну, я доходил здесь в офлайн режиме до финального босса и как бы все. Геймпад не поддерживается. Лол. Какой ужас. Что же делать, Ресин? Что же делать? Что с нами дает? А ты можешь навестись прочитать, там защиту увеличивает. Так, ну я пока на изичах всех раскатываю тут. Хорошо тебе. Второго уровня знамя. Удачно потерять хп, пока до него бежишь. Больно. Ну это рефанд, я считаю. Рефанд 200 рублей, Ресин. Ну такое. Кстати, разработчики, оказывается, делали этот Мисгард стратежку. Все, как дела там? Блин, ни одну хилку пока не нашел. Хотел бы тебе отдать, но. Но не нашел. Так, увеличить силу действия яд надо. Ух, ёпта! Так, я тут, пожалуй, ультану. А то что-то их много вылезло внезапно. Нет, прикольный. Он, короче, распространяет заражение после смерти мобы. Когда их прям много, и они все рядом стоят. Прям все враги заражаются. По-моему, я очень плохо ультанул. А, Норсгард, да, точно. Он самый. Так, я не успеваю вкачаться. Скорость движения увеличивается после спасительного переката. Зараженные образцы вдвое быстрее. О! Фарм ульты. Берем. Ну, короче, скоро мне тебя резать, судя по всему. Ну, видимо, да. Так, сейчас здесь сундук какой-то. Осмотрю, может хилка. Бинты, забирай. Бери. Если успеешь юзнуть. Хорошо. Ну только они на самом деле тебе, ну, не так-то сильно помогут. Они довольно быстро спадают.
Мисгард — это ККИ, я тебе несколько раз рассказывал. Да, я про Норсгард, который... Кулакацкий добав для милишника. Ну да, неприятно, согласен. А ты Кузьба копи, я не знаю, почаще юзай. Юшечки. У тебя там, по-моему, есть какая-то возможность хиляться. Короче, по-моему, ты когда ультуешь, ты на убийствах врагов или на дамаге врагов фармишь белую полоску. О, книга о совершенствовании. Возьми здесь скорость передвижения, может. RMT, спасибо за ресапчик. 23-й месяц стендап энд файт. Йо, всем хороших выходных, стримеру удобного кресла и неболеющей спины, Диан Лови. Ой, это спасибо, спасибо. Ну, спина у меня нормальная, у меня шея вчера болела. Я должен дефаться щитом, а я не могу, потому что у меня хп уходит. Я сдох. Я не понял как, но меня что-то шотнуло. Копейщики под станом, видимо, этой ведьмы или кто там вообще. Что я вам говорил, тостер первый сдохнет, да? Нет. Его надо чуть дольше этот щит держать, тогда ты красной такой большой атакой будешь бить. Короче, ищи туалет. Там сзади где-то был вроде. Если назад вообще можно вернуться. Вот то, о чем я говорил, видишь, типа убийства, они дают полоску. Ой, я могу талант выбрать, классно. Тут. При каждой атаке бросает на один нож больше. Какое клевое у меня теперь здоровье. Все, тостер все затащил. Да, тостер красавчик. Сейчас оба сдохнем. Давай на один нож больше. Че там? Книга, понял. Забирай. А, ну меньше одного хп не падает, так что нормально. Так, ну, взять, самое время к сундуку сбегать. Стоп, а, вот он. Винты забирай. Тебе явно нужнее, у меня хп нет. Абрли, здорово. Приветики. Не, ну хорошо, я так вышел на врагов, прям мне понравилось. Ты бинты забрал, да, по дороге? О, хилочка, да, только она мне не нужна, блин. Здесь обычные хилки-то сейчас ни о чем. Орда близко. Кажется, я не очень хорошо ультой попал. Да, кажется, они все сдохли до того, как я попал в них ультой. Мафию первую не планируешь глянуть переиздание? Мне абсолютно неинтересна мафия, я не играл ни в одну и... Ой, а что за сапоги? Ты ни разу не видел сапоги? Нет, сапоги мне не падали. Снимает любой эффект обездвижения, наверное, переносит в указанную область. Ууу, а я возьму. Так, мы какой-то сундук пропустили. Я сейчас бегаю, посмотрю. Мне просто хилки нужны. А, тайник воровской гильдии. Тут я еще вернуться. Понятно. Да мне-то можно. Тут мобы есть. Я же говорю, у меня нормально для меня дебаф. У меня белая полоска, в принципе, хорошо прокает. От вот этих вот кусочков яда. Мафия мне вообще просто никак совершенно. Че, смотреть, игра та же самая. Ну вот как бы да, типа, а зачем? Кому бинты? Зачем? Тебе, конечно, у тебя. Они же прям максимум хп восстанавливают в белую. Себе забирай. Как же больно. Да, даже мне сейчас больно. А где враги вообще, лол? Сейчас будут. А, все, отходим, короче, слышишь, мне тут чит показали. Сюда просто убегаешь и все.
Поскольку они все спавнятся там, можно просто стоять и не париться. Ну я смотрю, тебе все равно хочется попрыгать. Как ты фулл хп установил? Слышь? Ты что, нашел мазь, что ли? Четыре. Блин. Нашел мазь и мне, короче, не отдал. Эдхард, это первое возвышение. Вообще-то не мазь. Не мазь? Ты теперь там вампиришь или что? Да, я вампир в ульте. А. Только я думал, там белое здоровье в ульте, не? Вампирец. Талантик взял. Понял, нормально. Вовь просто сложность написано. Ну, ну, это типа, ну, типа начало первого харда, скажем так, да. Блин, меня бесит, что вилки кастуются не прям мгновенно, когда ты их кастишь. Надо чуть подождать, по крайней мере, у меня на докторе так. Не, у меня прям вообще моментально. Не, мне надо подождать, пока он чуть-чуть кинет эту бутылку. Здорово, Рикс. Здорово. Слушай, нам надо бы четвертый левел апнуть здесь в любом случае, наверное. Хотя... We need to go. Меня тут нормально так этот моб покромсал. Ульта имба. Ну, по факту. Слушай, а что у нас? А, не, опыт копится вроде бы. Фух, найс, копейщики. А, сколько же здесь кусочков яда для меня. Балдеж. Блин, вернуться что ли, сундуки еще поискать? Или пойдем, а то здоровье падает. Ну вот я тоже думаю. Надо, не надо. Ты все теперь улетишь по КД, да? Все, купашку регенить. Ну, мы... Ладно, я думаю, пойдем, наверное. Дальше дофармим где-нибудь. Блин, жесткий дебафчик, конечно, жесткий. ПВП тут есть. Тут было ПВП, я так понял, в раннем доступе или в бете, или что-то такое, но... А сейчас, я так понял, его убрали, потому что, скорее всего, им онлайна не хватало, и сделали из игры полноценный коп-рогалик. И он довольно прикольный. Эй, hey, на nice СХП. Так, у тебя уходит. Так, лечебная мазь. Я себе, короче, две мази закупил. Изи. А я открыл себе сверхмягкую туалетную бумагу, как перышко. И как оно? Я теперь в туалете буду резаться с большим количеством хп. Hey, класс. Ну, я вроде готов. Блин, надо было амулет все-таки оставить вместо ботинков. Да, гол. Ну, сейчас не сплюшь. Нормально, в тебя копии прилетели. А ты когда первую катку с ботом проходил, у тебя тоже был доктор с тобой бегал или нет? Если да, ты с ботом... тоже доктор, тоже доктор, да? Ну вот я, короче, этот доктор.
Эликсир нужен? ХП восстановить. У меня просто есть один. Спрашиваешь еще? Так, я пойду на сундук, пока сбегу. Эх, корзина. Так, массовый сбор образцов. Враги убиты экспериментальным лекарством. С шансом оставляют образец. Распространение улучшитель поначалу действует слабее, потом охватывает куда большую область. Редкие компоненты, слизи... Давайте вот это возьмем. Душитель. Душитель, это шульта, да? А, нет, удушитель, это вэшка, черт. Ну ладно, может, не так уж и плохо. Блин, я хотел ульту на самом деле апнуть. У меня уже частичное усиление на... Ульт как бы есть. Ну, такое себе улучшение я взял, если честно. Сейчас здесь еще сундучок. Попробовал Going Under, засел на полночи, если не обращать внимания на ужасные модельки неписи, просто топище, смесь хаются курсы. Интересненько. Так, мне нужна скорость атаки, потому что я... Я, короче, поиграл за этого варга, хочу назад на повара. Да, мне варг тоже не сильно зашел, на самом деле. Ну, уже поздно что-то менять, понимаешь? Хотя, с другой стороны, увеличенный радиус. Ничего такого плохого. Все бандажики твои. Я на них не претендую. Нормально так они. Что-то меня хейтят эти чуваки. Тебя они хейтят, а я их вообще не пробиваю. Ладно, буду сам убивать, я понял. А у тебя... У меня тоже они были? Ну, как бы элиточки, да? Они просто со мной... А, ты тоже убивал тебе парочку? Да, я тоже их убивал. Я просто видел, что за мной бежало 4 штуки, и мне было страшно. Слушай, Барс, ну не знаю, может и стоит попробовать. Но графика вырвиглазная в игре, выглядит прям вообще не очень. Так, пойдем дальше, наверное. Потому что я вижу сундук дальше, а здесь вроде ничего... А, не, вижу один. Сейчас, минутку. 3-4 удара в одного моба. Грустно, чё? Я просто накидываю один яд и кай, чё? Тут бинты не хочешь взять? Да, тут не до бинтов. Понял, тогда сам возьму. Ещё банку только поюзаю. Так, ты меня бросил, я понял. На втором-третьем данже получше. А что ты поменял, кстати? Ну, баннер на что поменял? Чё-то у тебя по хп всё плохо. .227 урона, а Ешка бьёт по 4. Я не только по хп всё плохо. Не очень понимаю суть Ешки, если честно. Всё плохо с тех пор, как я. А я тебе ещё бин скину, во. Я тебе ещё бин скину, точно. Так, бросить на H. Держи. Ту.
Тут же можно, короче, в коопе все передавать. У, топчик. Тостер не слышит? Да не, он просто помолчать любит. Как ты хорошо танчишь, мне нравится. Вот давай так со следующими тоже драться будем, окей? Я не могу, я пока танкую, у меня хп улетает из-за дебафа. Логично. Скрыть поможешь? Ладно, я сам справился. У меня билка мышкой взялась случайно. У меня также. Я даже не знаю, что. Зараженные образцы. А ты можешь тап нажать. Образцы подтягиваются на расстоянии. Ну такое. А вот теперь идея нажимать, двигаться на VSD мне нравится больше. Чё, гача, хорошо. Ваша гача за столик. Ну вот, ульту просто просрал очень быстро. Слушай, я задумываюсь над VSD-шкой реально сейчас. Думаю, что такое управление должно быть действительно поудобней. Кстати, мне тут написали, что игра не поддерживает геймпад. Какое. Блин, у тебя было бы это знамя уже третьего уровня. Нафиг ты его выкинул? Но возвращаться я с ним, конечно же, не буду. Сподлагало, походу, чуть-чуть. Че, как дела? Ешка доктора просто бесполезна. У тебя хотя бы один спал бесполезный. Слушай. У меня один спал полезный. Да. И тот ульта, да? Воу, ресапчик! Почему-то дважды показала в чатике его. Год Хирана, спасибо за второй год Рисава. Спасибо за 24 месяца. Дайте любви в чате. Самый долгий алерт ПОК. Final Stand. Спасибо большое за Рисавчик. Всем привет. Арроу, дароу. Сомневаюсь, у меня ульта за... Блин, еще знамя стойкости, короче. Я собираю... Я вернусь, соберу четвертое знамя. Блин, далеко возвращаться, конечно, придется. Я не очень помню, что и где. Не умри тут пока, хорошо. Конечно, помрешь там. Блин, вообще правда. Фак, ну блин, четвертый уровень. Интересно уже. Забей. Рогалик про двух маньяков, терроризирующих город. Бедных зомби. И охотящихся за курицами. Типа того. Какой-то зомби нас терроризирует. И вообще нас терроризирует наше возвышение. Игра жесткая. У нас хп просто так убывает, понимаешь? Просто так. Когда мы типа не деремся с врагами. Так, это мы уже до церкви дотопали, что ли? Сейчас будем доски собирать. Здесь еще есть какая-то процедурная генерация в плане. Чё, почему снова церковь? Я в первый раз то же самое делал. У меня тоже церковь. Так, кто давай ты будешь защищать ее, а я за досками буду бегать. Чтобы тебе далеко бегать не приходилось. Так, я понял, нужна помощь. Хорошо, я тебе нажал Ешку и все. Не Ешку, ульту и Вешечку. Так, несу гвозди. А, зомби.
А, зомби, зомби, зомби. Блюп, блюп. Гном, гном, здорово. You will find this, buddy. I have no tools in here. Maybe you can find some for me. Interesting. I found it. Нашел тебе бинты. Мне они нафиг не нужны. Скажи, что ты такой читал в негативных отзывах, что типа мало вариативности в картах. Ну, возможно, возможно. Ну, типа, понимаете, это как бы релиз, но это тоже... Это как бы воскрешение игры в то же время. Вот, поэтому... то есть изначально игра была, когда она, я так понимаю, была в бете или в раннем доступе. Она, во-первых, была PvP-шкой мультиплеерной. Вот, и, видимо, людям не так сильно зашло, то есть она была Left 4 Dead'ом. Я думаю, если людям зайдет, если люди будут играть, если игра окупится, если будет онлайн и все такое, то они могут вернуть PvP-режим и добавить, соответственно, новых картишек. Да, наверное, погнали. Ой-ой-ой, да, точно погнали, точно погнали. Все, пойдем. Здорово, Зидмастер, здорово. Игра, это вот, как я только что сказал, это Left 4 Dead, только без PvP-режима. Сбегаешь, выполняешь какие-то задания и, короче, валишь из этого города. Ну и, соответственно, рогалик. Так что каждый раз все заново, с каждым разом они добавили возвышение, как в шпиле, и поэтому проходить с каждым разом все сложнее и приятней. Вот. Так, забирай бинты. О! Сапоги. Ничего себе. Бинтики. Слушай, а ты можешь мне купить сапоги или. Или там одни только в лавке были? Нет, в наличии. Жалко. Мазь, что ли, взять? Я сейчас коплю, короче, на увеличение раскладки на зелененькой. Экстравагантность хотя бы одну. Я, кстати, вижу все твоими глазами. Мне выпал такой бафик в этом сундуке. Ну-ка, ну-ка. Позволяет видеть глазами других выживших. Скорость атаки навсегда увеличивается. И вы будете возрождаться в туалете с делениями здоровья Рен 2. Ну, кстати, неплохая. Синька неплохая очень у тебя. Лойс. А, вот у тебя зуб имба. Зуб имба. Зуб это второй зеленый. Хотя, может быть, они как-то рандомно у всех игроков расположены, я не знаю. Но вообще это как бы вот второй. Кстати, о вариативности, ты слышишь, что в падающих мужиках добавили вариативность карте по альтернативные виды. Слышал, но... Нет, в чате говорят, что процедурной генерации в игре нет. Ну, на самом деле, походу, так и есть. Походу, им... Это грустно. Да. Это грустно. Походу, они сделали, типа, фулл забег, но это все, на что хватило бюджета, времени и возможностей. Но я говорю, если... Типа, игра прикольная, если люди в нее будут играть, если хотя бы пройдут, да, там, по, не знаю, под 10 возвышений, грубо говоря, если игра окупится, я надеюсь, разрабы доработают, потому что игра реально интересненькая. И доп. Персонажи, и альтернативные карты, и PvP-мод, если онлайн, ну, будет у игры. Ну, о чем это я говорю? Хочу это... как в Резистансе, хочу как в Резистансе. Ну, было бы прикольно и как в Резистансе, и как в Left 4 Dead, как бы, да. Но, блин... Людям не нравятся такие игры. Кого мы обманываем? Кого я обманываю, правильно? Ни игра не станет популярной. Да, погнали. Ну, удачи с бомбовиками. С этими бомберами из Serious Sam'а. Так, я направо, там какой-то сундук. И сверху сундук. А, направо. Ага, сейчас. Но они, кстати, бочатся щитом бомберы. Да, ничего себе. Да я говорю, надо было баннер собирать. Ты его все же решил взять? Да, я все же решил взять. Подожди, а что ты, на что ты его поменял?
До этого у тебя что было? У меня и был баннер. И был баннер? А какого уровня-то в итоге уже? 3-го. Почему ты его сразу до 4-го не собрал, блин? Так, клапан давления. Слизи пушка говно. На 100% увеличивает постепенный урон. Двое частоту появления зараженных образцов кислотный, конечно же. У меня вэшка сейчас просто уничтожать должна, но это яд. И он еще и в увеличенном радиусе, короче. Я тупо не успеваю уровень читать. Из-за того, что вечно мобов бью. Поэтому уровень как-то набрал, лишь бы ульта колдаунилась быстрее. Ну да, тебе неудобно, я успеваю, у меня все-таки белая полоска. Ну, у меня за счет зубика. Как-то мы немного разбежались. Че там, фишман? У меня тут элиточка фиолетовая. А, ты уже здесь, я понял. Я так понимаю, ты с ней по дороге разобрался, да? А то я там свой яд накинул и убежал. Бандажики, если нужны. За жопку пару раз куснул и нормально, вкусненько. Ням-ням-ням-ням-ням. Вкусный мусор мы нашли! Ням-ням-ням-ням-ням! Вкусно было? Да. Отлично. Пойду еще вниз. Здесь где-то тоже сундучок какой-то. Привет, Мэн Миджаев, здорово. Соло в нее играть реально? Да, можно играть в соло. Так, кулдауны. Скорость бега, остальные способности. Найс. Можно играть в соло. Я играл в офлайне. Можно играть в соло в коопе с рандомами, когда надоест играть в офлайне, соответственно, с ботом, потому что оно в любом случае надоест. Вот. Так что игра вполне доступная для игры. Онлайн есть. Я в прошлый раз довольно быстро нашел пати себе. Так что играбельно. Те, кстати, мобы периодически не пролагиваются атаками. Нет, вообще нет. Нормально. Ну, у меня такое чувство, как будто вот мелкие, которые прыжки делают, они типа прыгают, но не долетают и где-то останавливаются. Причем непонятно, есть здесь серваки или игра peer-to-peer. У меня вроде все окей, несмотря на пинг 110. Кстати, а что по пинг... А где ты пинг смотришь? Сверху слева. А у меня нет пинга сверху слева, или там настройки включить надо? Да вроде нет. Вроде сразу должно быть видно. Может быть тогда игра peer-to-peer все-таки. Я мазь потаскаю на всякий случай, если что, можно будет тебе деление одно восстановить. А, у тебя тоже такая же, лол. Ведь ты умрешь, не я, правильно? Не-не-не, я умирать не собираюсь. Я со своей ультой хрен умру. 120 дфпс, дфпс. Причем здесь пинг, да-да-да. Так, что нам тут надо-то? Бомбу найти, взрывчатку. Я что-то не нашел, нифига. Нашел, далеко, но нашел. Эх, и была бы у нас, короче, бомба, можно было бы... Можно было бы просто бомбой взрывать эту стену. Я такой, короче, просто бью мобов. Тиан там что-то делает, какие-то бомбы ищет, я ух ты, мобы. <с- <с-
Да. Я полезный. Будем честны. Я с телефона увидел, окей. Что за игра, только пришел? Я тебе уже отвечал? Надеюсь, да. Ой, сколько копеечков. Так, все, мы можем дальше бежать. Ты так забавно прыгаешь туда-сюда, левелап. Ослабляет защиту зараженных, удваивает частоту образцов. Образцы. Ой, я смотрю, тут весело. А у тебя ульта не заканчивается, пока ты убиваешь мобов или что? Да. Понял, балдеж. О, у меня сапоги третьего. Ну-ка, дальность увеличивается на 100%. Ничего себе. Тут, кстати, если хочешь, этот амулет, который кулдауны снижает. Вместо этого. Не хочешь, не надо. Я не настаиваю. Твой персонаж смахивает на Твича из Лола. Есть что-то такое, да. С учетом того, как я просто бегаю, собираю сундуки, а ты бегаешь и постоянно дерешься с мобами, я уверен, что ты несешь больше урона. Конечно, потому что это я полез. Это я полезный. Ну, пойду еще сундуки пособираю. А у меня тут сосед решил подрелить. Ну, суббота же, чё? Дай человеку подрелить, ну. Сарсагор! We must stand together, спасибо за ресап. 7 месяцев, спасибо огромное за поддержку. Бесполезная слизи-пушка. Ты здесь в заколочке пропускаешь сундучок. Ну я за тебя его возьму, не переживай. Так черт, эти сундуки, я милишник, у меня как-то улетаю. Не, ну крутые возвышения сделали. Я первый раз, когда играл на первом возвышении, у меня, короче, все пати стартовало с 30% здоровья. Круто, да? И каждый раз при каждом прохождении локации здоровье падало до 30. Классно. Да, мне тоже показалось, очень прикольно. Там сундук, сундук сверху возьми. А, понял. Мне надоели все. Я сам. А, понятно, воровская гильдия. Я не знаю, что это за сундуки. Видимо, какую-то отмычку надо с собой таскать из перков. Сколько же стоит донат на Hollow Knight? 1000 рублей осталось. Криповая ведьма, кстати. Мы... А, не, мы еще не добежали. Не, меня тогда встанило, и там было где-то под 8 копейщиков, которые просто выстрелили в меня. Про Сирашка, здорово. Приветствую. О, вот этот финальный момент прикольный, как куча зомби бежит. Ну, он прикольный. Я откинулся. Ну, он прикольный в первый раз. Слушай, я могу попробовать риснуть, но... Я думаю, ты не успеешь. Не, давай до конца добегу просто. Меня кусь бьет. Да, я думаю, до конца уже добегу и на изичах. Самое время подамажить. Дамажить больше тостера.
Зомби сюда подошли. Самое время взять уровень. Тут знамя для тебя четвертое. Которым я, кстати, вообще почти не пользуюсь, потому что я прыгаю по сторонам. Ну, логично, кстати. Я помню, спросил, сколько он уже стоит по времени, день-два и так далее. А, сколько стоит? 2 недели примерно. Долго, слишком долго. Уже надо заканчивать полоску, говорить, что она не завершена, и не проходить Hollow Knight'а. Надо было полоску на 2 недели ставить. Временное какое-то ограничение делать. Сейчас тебе еще левел апну. Чтобы ты прокачался, пока можно. Стоп, а мне тоже уровень идет? Ну да. Здесь общий уровень. А, ну ты побольше мобу бей. Сейчас все будет нормально. Че убиваешь так мало? Бей всех. Вот. Да они умирают сами, понимаешь? Мне не надо их бить. Все, это максимальный уровень этой области. Я пошел. Нет, нельзя так, то есть. Но ее не хотят копить. Если бы люди копили повозку, я бы ее, да. Мы бы ее завершили уже. Вот так? Как-то, ну, не хотят. Healing sound here. Так, тебе отдать Healing Salve? А у меня мазь пропала, да? Походу, держи. У меня был до смерти, понимаю. Там еще 2 в магазине, так что нормально. Клапан для выпуска газа. Когда Долороса выполняет спасительный перекат, появляется... Если стоять в область действия удушителя, говно, значительно увеличить силу и время действия яда. Да нет, все в вэшку, просто все в вэшку. Так, вкачаем вот эту штуку и возьмем резист к огню, который может пригодиться нам здесь, наверное. Гироскоп времени. Для меня этот эликсир вообще бесполезен на самом деле. Хочешь, я с собой возьму одну мазь на всякий случай? Наверное, так и сделаю. Требую скидку. Куда уж дешевле? Игра на 60 часов за 5К. Это аттракцион невиданной щедрости для заказа игры. Ну. Босс когда? Босс будет через одну локацию, по-моему. Или в конце этой. Да, по-моему, возможно, даже в конце этой, кстати. Бля. Короче, я открыл вторую штучку. Я уже хотел зуб открыть. И там не зуб? И там не зуб. О, это, кстати, круто. Я считаю. То, что... Посмотри, что это. Сейчас. Эффект всех фонтанов мудрости. О, хорошая штука, кстати. Ну, прикольная вроде. Ну что, погнали? Ну, я по сундукам. Опа, сапоги 4-го уровня. Пог, чамп. Время восстановления сокращается на 50. Неплохо. Встаешь такой, бочишь щитом, а тебя ужу под ноги. А чё ты себе какой-нибудь бинт не купил, или у тебя денег не было? Просто у меня 2400. У меня просто 2400 и... А можешь попробовать вернуться в теории? Не кажется, я потеряю больше. Бинт он фул восстанавливает, а потом ульту накопишь. Там сверху где-то сундук. А, ну тебе не до него, я понял. О, бинты, забирай. Я заберу. Я тебе оставлю мобов по дороге. Кстати, а вот эти вот синие камни, они нам обоим, да, выдаются? У меня сейчас 25, у тебя? Ну, у меня
Черт его знает. Справа где снизу. Справа снизу. Да, тоже 25. Ой. Какая лужа твоя, а какая их? У них вроде бы нету лужи. Есть. Не знаю. Ну, у бомберов красная. Не-не, у них тоже зеленые лужи, поэтому я путаюсь. А, блин, я не знаю, все мои лужи. Нет, их лужи, короче, как клякса на земле выглядят. Слушай, может, просто не будем, блин, их агрить, короче, пробежим мимо. Что-то страшные челики, о, нет. Я, кстати, могу их отравлять, и они не агрятся, что самое забавное. Типа, чтобы они заагрились, надо, чтобы мы, ну, чтобы они нас увидели, вот как сейчас. Ой, зря ты это сделал, ой, зря ты это сделал. Ну ладно, нормально, кстати. Я думал, будет хуже. Могу отвязаться от мысли, что это все слишком похоже на моба. Ой, Яна. Думал, у меня щит просто так, да? Своими моба. Думал, я им пользоваться не умею. Ну, тебя там немножечко окружали, знаешь ли. Еще бандажики, если нужны. А, да, всегда надо. Еще лавлаб для тебя, если нужны. На 4 секунды уменьшает время восстановления удушителя. Ага, массовый сбор образцов, враги убитые. Как, я тебя тут закрою? Да, пожалуйста. А тебе еще бинты. Юзай. На здоровье. Так и пьем. И гироскоп времени. Лен Ласк, привет. Ох, как... А, их здесь аж двое, ведьма какая-то. Ну я тут столько яда раздал, что... Слушай, у тебя нет просто FPS каких-то не... таких, знаешь, очень странных? Как будто их не должно быть, но они есть. Но, по-моему, это финал. Иногда бывает какой-то фриз, а потом снова норм. Вот, вот да, он почему-то есть. Гироскоп еще один, ты вроде его собираешь. Понятно, видимо, за гироскопом ты не вернешься. Единственное, что я собираю, это мобов. Их души. Черепа, для бога черепов, да. А лечебную мазь не хочешь взять? Блин, дебильно, этот сундук воровской бесит. Катал по мобу в фризе? Да как-то не уверен, что это связано. А ты, кстати, на настройках каких играешь? Я через клавиатуру играю. Не-не-не, я не об этом. Графон. Ты вроде максимум поставил сразу такой типа, ел. А я даже не смотрел, если честно. Вроде, там вроде есть это. Просто. Эксирчик. Это мне. Ну, вообще советую играть в клавиатуру, кстати. Да, я думаю, я сейчас переключусь. Я уже устал от этих кликов. Когда видишь такие зеленые взрывчики, короче, от ядовитых мобов, это значит, что я бросил ульту, и каждое убийство моба передает яд чуть дальше. Поэтому надо прям их добивать рядом с другими мобами. Вот. Тебе привет из чатика.
А где же этот сундук-то? Ой, Брут, я не очень хочу к нему подходить, и ты, Брут. Мы как-то совсем разбежались, ты там в финал не уйди случайно. Вообще, чё на самом деле, меня просто мобы загнали. Пришлось немного отбежать. Это Литочку пока убил. Слушай, ты играл в Warhammer Vermintide? Да. Вот, ой, напоминает, очень похоже, да? Да, да, соглы. Скоро же будет, кстати, новый Warhammer. Я не помню точно название. Но тоже, ну, типа, тоже Vermintide. Только вроде бы 40 тысяч, то есть, во вселенной сороковушечки. А, с Маринесами? Да, вроде как. Кажется, я добрался до крипт, да. О, говорят, будет называться Dark Tide. Он самый, как да. Так. Да. Финал очка. Наконец-то можно уровень взять. Где? Там еще знамя стекст. Я себе аптечку купил, кстати, на три действия. Хотя бы, стоп, может тебе ее лучше отдать? Аптечка — это, короче, бинт на три действия. Мне кажется, тебе зайдет. Слушай, у меня теперь аура есть. Так, стоишь в ауре, получаешь меньше урона. Я хочу тоже сейчас что-нибудь купить. Карта Дарксбурга, нарисованная от руки, показывает на радаре расположение задачи важных предметов. Да, блин. Ну, с учетом того, что ты бегаешь, дерешься, а я бегаю, делаю задания, в принципе, не так уж и плохо. Не так уж просто составить карту вечно меняющихся улиц Дарксбурга. Слушай, не так уж просто составить карту вечно меняющихся улиц Дарксбурга. Процедурная генерация, где же она? Попытки иногда... Все же как бы намекают, что есть. Так, давай я отдам тебе аптечку, да. Все просто... Ну, бери мастера. Давай, ну, мастер, да. Да, почему нет? Да, давай. Что за быт, удивление, экстравагантность? Это, короче, руглайт элемент, можно прокачаться, да, то есть вот это вот с собой ты берешь итемы. Вот, соответственно, до этого мы пока не докачались, это эпические, видимо, рарки и зеленые. Ну, погнали. А тут же сразу босс будет, или мы побегаем, я не помню. Сразу. Сразу босс. А где дамаг? Он на легком так быстро сдох просто. Да чё-то бегаю здесь. Понятно, дамажить босса буду я. Понятно, щит против него не работает. Полезный щит. Возможно. Не проверял. Да. Ну, короче, я кайчу. Все нормально.
Ты мне там столько фиолетовых шаров нафармил. А куда музыка делась? Верните музыку. Давай, что? Ура, тостер пришел подамажить босса, ура! Так, ну что, чего это? Он даже на тебя переагрился, ничего из себя. Ты что, типа дамажишь? Диди. Я тебе увидел, что дамажишь. Босс бегает и кричит покчам. Плюс агро работает. Вас, кстати, да, там Ешка агрит врагов. Если ты щит юзал, то она агрит. Ню, я первый! Виктори! Изи, ну да, это было прям вообще... Вообще не на легких. Ну, в тот момент, когда я сдох, да, и тебе пришлось меня риснуть, да, вообще не изи. Зато ты узнал, как работает твоя ульта в этот момент. Сколько вас хватит в этой игре? Я думаю, ранов на 10, не больше. Не знаю. Ну, как пройдем игру, так и забьем на них. Ну, уже один раз прошли. Так, ну, это было нормально. Ну-ка, давай статистика, что там? Ха! Ну-ка, давай статистика, что тут? Ха! Ну, чуть-чуть. Ну, это даже не считается, это такое, это вообще фу. И при этом я все это время собирал золото и дрейдиум, а ты просто бегал и трос. Зато я получил в два раза больше урона. Я танковал, я выполнил свою роль, понимаешь? Хорошо, хорошо.